Маникюр — это искусство. Покрасить битую девятку, чтобы никто не заметил, что на ней лося сбили. Вот это искусство. Вот аферисты, она так и знала, что обман какой-то. В смысле? Блин, да что там, что вы все время цикаете? А что там в зубах у меня застряло? Не хихикать, не чихать, не пукать, не рыгать. Никаких раздражающих звуков. Ясно? А такой раздражает? Весьма. Я перепутал все, да? Да, я все перепутал. Ну ладно, окей. Ну ладно, все, спокойно. Тихо. Нет, не шурши, спокойно. Перепутала. Что теперь? Ну перепутал. Сейчас не сбивай меня. Сейчас идет мысль идет, спокойно. Сейчас мысль идет. Когда, знаете, мы календарь мая, и нет, мы не будем спички, консервы, Далай-Лама, свет не будет, фотонный фонарь включил, кто? Никого. А немножко там ноги болят, ну иногда спина ноет. Есть хочется немножко иногда, ну что там есть, жрать я хочу постоянно. Вот, все время хочется, а еще на 12 этаже живу, так нам через день лифт отключают. Привет. Добрый вечер. Как-то вы тихо вышли в этот раз. А как мне надо было? Колесо сделать? Ну, вы обычно более яркая. Ну, обычно я просто нормально себя чувствую. Мне чтобы что вы. Вот это. Гениально. Ой, какая красота, а! А что, спасибо, я про себя вообще тебе прическу новую поставила. Ты делаешь так, как я сказала, или нас ждет бесконечная череда споров, скандалов, обид и унижений, и ты все равно делаешь так, как я сказала. Выбирай. И кунилингулу мне уберете, да? Осторожно, гипонахуй, не заденьте. Ой. Это, конечно, вот это вот. Вы пилите там. Больше всего я хочу сказать тебе: береги, береги мое сердце, береги, береги мою душу, будь со мной, и никто другой мне не нужен. Вот если тебе насрали в душу, ты не расстраивайся, ведь значит ты заставил все ж кого-то обосраться. Давай быстрее опоздаешь! Что-то я устала, кстати. А что я устала-то? Да все, наверное, уже. Для средулечки-то хватит, ребята! Для средульки хватит, для средульки хватит. Хватит для средулечки.